Братья и сестры, мы продолжаем рассматривать наше вероучение, касаться текстов Писания для того, чтобы увидеть библейское подтверждение тех истин, в которые мы верим. И сегодня мы переходим к большому разделу, это учение о спасении. Мы с вами рассматривали учение о Библии, о Боге, об Иисусе Христе, о Духе Святом, о человеке, о грехе. И все эти доктрины, они идут вот в таком порядке, в котором открывается план спасения. Мы говорили о том, что Библия говорит нам все эти истины, что сделал Бог, каков человек. И последние темы, которые мы рассматривали в отношении греха, они как раз и подводят нас вот к этому вопросу, который мы будем касаться сегодня, это учение о спасении. И прежде чем коснуться вот этого момента, я хочу, чтобы мы прочитали эту библейскую историю из 14 главы Евангелия Матфея, которая вот так вот образно показывает нам, ту истину, которую мы будем рассматривать сегодня. 14 глава Евангелия Матфея, я прочитаю с 23 стиха. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ⁇ Ободритесь, это я, не бойтесь ⁇ Петр сказал ему в ответ, ⁇ Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде ⁇ Он же сказал ⁇ Иди ⁇ И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал «Господи, спаси меня!». И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?». Когда вошли они в лодку, ветер утих. Вот такая библейская история, которая произошла с учениками и особенно с апостолом Петром, которая показывает нам вот эти моменты спасения. Само слово «спасение» в Библии встречается как бы в двух таких направлениях. Это в буквальном смысле спасение человека от какой-то ситуации, от смерти, может быть, от врагов. И в духовном смысле, как спасение, как спасение от греха. И эта история показывает нам Петра, который обратился к Иисусу с этой просьбой, который пошел по воде, но когда он усомнился, он начал утопать, и мы видим, что он обращается к Иисусу Христу, вот с этим криком, с этой просьбой, с этой нуждой, он обращается этими словами, когда он говорит, Господи, спаси меня. И мы видим, что в ответ на его просьбу, когда он обратился к Иисусу, Иисус простер руку, поддержал, и в результате Петр был спасен, он не погиб и не утонул. Когда мы касаемся нашего веручения, вот что мы находим в этом разделе, раздел о спасении. Мы веруем, что спасение – это акт любви Бога к человеку, освобождающий человека от рабства греха и смерти для вечной жизни и восстанавливающий взаимоотношения Бога с человеком через покаяние и веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Что такое спасение? Как нам понимать спасение? Вот в этой фразе, в этой формулировке, которая находится в нашем вероучении, мы находим как бы основные моменты, о которых говорит Библия. Для того, чтобы мы понимали, ясно себе уяснили, так что же такое спасение, с чем оно связано, какие моменты происходят в жизни человека, что Бог совершает, когда происходит спасение человека. Я хочу, чтобы вот из этой фразы, из этой формулировки мы увидели пять важных моментов. И мы посмотрим тексты Писания, которые как раз и подтверждают вот то, что написано здесь, поскольку все истины нашего вероучения ⁇ это истины, которые взяты из Писания, это формулировки, которые обоснованы священным Писанием, и поэтому мы говорим, что вот так мы верим, так говорит Слово Божье, так говорит Библия. Итак, первое, что мы видим здесь, вот в этом тексте мы сказали и прочитали, что спасение ⁇ это акт, любви Бога к человеку. И когда мы думаем вот об этой части, первое, что мы можем здесь отметить, что Библия говорит об этом. Самый известный текст Писания это Иоанна 3:16, где сказано: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Когда мы смотрим вот на эту первую часть, что это акт любви Бога к человеку, вот здесь мы находим причину спасения. Причина, которая говорит, отвечает на вопрос, почему Бог совершает спасение? Почему Бог послал Сына Своему? Почему Бог сделал так, чтобы человек не погиб, чтобы он был спасен, чтобы он имел жизнь вечную? И вот здесь вот мы и видим, что первая часть о чем говорит Библия? Это акт любви Бога человеку и причина. Причина в этом открывается. Божья любовь – это причина, почему Бог спасает человека. Бог так возлюбил мир, что начинает весь этот момент спасения, послания Сына. 1 Иоанна 4 глава также говорится, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал Сына». В этом открывается Божья любовь. Бог посылает Сына, Христос умирает за наши грехи. Это, этим самым даруется возможность получить спасение всякому человеку. В этом открывается Божья любовь. Поэтому причина нашего спасения в Боге, в том, что Он возлюбил нас. Второе, что мы находим вот в этой фразе, в этой формулировке, что это акт, который освобождает человека от рабства, греха и смерти. Бог посылает Сына Своего, Христос умирает за наши грехи. В результате этого человек освобождается от рабства. Он освобождается от того порабощения, в котором он находится, в грехе и смерти. И когда мы смотрим вот на эту часть, здесь мы можем сказать, что здесь открывается момент действия. То есть как Бог совершает спасение? Каким образом? Как совершается спасение? Бог освобождает человека от рабства. Человек находился в рабстве греха, он был порабощен смерти, духовной смерти. Бог освобождает человека, снимаются эти оковы, разрываются эти узы. Человек уже не является рабом греха, человек уже не, не в рабстве духовной смерти. Это действие, которое совершает Бог, когда человек получает свободу. Третье, что мы можем найти здесь, Бог совершает это для вечной жизни, и Бог восстанавливает взаимоотношения с человеком. И вот когда мы смотрим на эту третью часть, мы можем увидеть, что здесь говорится о цели спасения. Для какой цели? Почему Бог послал своего Сына? Почему Бог желает, чтобы человек получил спасение? Какая цель у Бога во всем этом действии спасения? И мы видим, что здесь, в этой формулировке сказано, для вечной жизни, для того, чтобы взаимоотношения между Богом и человеком были восстановлены. В этом Божья цель. В этом цель спасения. И мы читаем послание Титу в третьей главе, так и сказано, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но, а по своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. И посмотрите дальше, чтобы, и это слово «чтобы» оно указывает на цель. Почему Бог совершает это? Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. В этом Божья цель спасения, чтобы мы получили доступ в небо, чтобы мы получили вечную жизнь, чтобы были восстановлены взаимоотношения Бога с человеком. В этом цель. Четвертый момент, который мы находим здесь. Сказано, что это восстановление взаимоотношений происходит через покаяние и веру. И когда мы смотрим на эту часть, то здесь нам открывается четвертый момент это способ, способ, каким образом человек может получить спасение, что необходимо для того, чтобы человек получил спасение, что необходимо, чтобы был восстановлен взаимоотношение Бога с человеком, через покаяние и веру. Мы находим текст Писания, Писания, которым об этом говорится. Деяние апостолов, 16 глава, 30 стихе, сказано, и выведя их вон, сказал Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Бог в вопросе спасения открывает способ. Человек может получить спасение, но для этого нужно покаяние, для этого нужна вера. И тогда человек получает спасение. И, наконец, пятый момент. Окончание этой фразы, которая записана в нашем вероучении, через покаяние веры в искупительную жертву Иисуса Христа. И вот когда мы читаем об этом, искупительная жертва Иисуса Христа, Тогда здесь для нас текст Писания мы можем привести из 1 Петра 3:18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти. Посмотрите, Петр пишет, Христос, чтобы привести нас к Богу для того, чтобы мы получили свободу, свободу от рабства, от греха, от смерти, чтобы жизнь вечную получили, чтобы взаимоотношения между Богом и человеком были восстановлены. Христос совершает дело свое, чтобы привести нас к Богу. Для этого Он пострадал за наши грехи, праведник за неправедных был умершлен по плоти. И это пятая часть вопроса нашего спасения. И вы можете тоже увидеть, что пятая часть она говорит об основании. На основании чего мы получаем спасение? Основание ⁇ это смерть Иисуса Христа. Основание ⁇ это искупительная жертва, которую совершил Христос. Вот таким образом, вот этой формулировки, которая записана в нашем вероучении, мы видим, это обширная формулировка, но в ней заключаются все эти библейские истины о спасении, о причине, о цели, о методе, о основании нашего спасения. Это то, о чем говорит Библия. Мы смотрим с вами дальше, и следующая формулировка, которая есть в вероучении, в ней говорится так. Бог желает спасения всех людей, но человек несет ответственность в принятии либо в отвержении Божьей благодати. И здесь мы подходим к другому вопросу. Всем ли доступно спасение? Мы увидели, как совершается спасение. Бог возлюбил, Бог послал Сына Своего, Христос совершает жертву искупления, человеку даруется спасение, это по вере, через веру в жертву искупительную, в жертву Иисуса Христа. Но мы можем поставить вопрос, а для всех ли людей возможно получить спасение? И как вы видите, в нашем вероучении стоит эта фраза, что Бог желает спасения всех людей. Но человек имеет ответственность. Когда мы смотрим на этот мир, мы видим, что не все люди спасены. Мы видим, что в этом мире много грешников, много тех, кто отвергают спасение, не принимают его, не желают веровать в Иисуса Христа. И мы задаем вопрос, в чем причина? Это причина в Боге, потому что Бог этого не желает или Бог чего-то не делает? Или это причина в человеке? В чем причина, что не все люди получают спасение? И как вы видите... По той формулировке, которая в нашем вероучении, Бог желает спасения всех людей. Причина в человеке. Есть ответственность человека, он несет ответственность в принятии или в отвержении той благодати, которая даруется Богом. Не все люди так понимают. И современные богословы вы можете встретиться с некоторыми, которые по-другому истолковывают это. Мы не будем сегодня очень подробно касаться вопроса кальвинизма, хотя где-то какие-то моменты мы будем затрагивать. Я хотел бы посмотреть, показать некоторые цитаты, в которых мы видим совершенно противоположное. Джон МакАртур, посмотрите его комментарий, который он дает в своей Библии. «Христос на самом деле заплатил только за тех, кто покается и поверит». Большинство людей в этом мире будут навечно осуждены в ад, чтобы заплатить за свои собственные грехи. Так как они не были оплачены Христом, действительно искупление было совершено только за тех, кто поверит. В понимании кальвинизма Христос умер не за всех. Христос умер и заплатил только за тех людей, которые когда-то поверят, которые когда-то будут привлечены к спасению самим Богом. И вот когда мы смотрим на эту э, фразу, а это... Э, э, Цитата, она взята из его толкования на Первое послание Иоанна, и мы видим, что Библия говорит нам о чем-то другом. Посмотрите, когда вот мы смотрим на то слово, которое используется в Первом послании Иоанна и во многих других текстах, это слово "мир". Вы помните, мы с вами читали этот текст Писания Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир что отдал сына своего единородного. В греческом языке слово мир ⁇ это космос. У нас тоже есть русское слово ⁇ космос ⁇ но в нашем русском космос ⁇ это вот только то, что где-то там выше атмосферы. В греческом языке слово ⁇ космос ⁇ имеет несколько значений. Первое значение ⁇ это мир-вселенная, то есть это, как и в нашем русском языке, как бы вся вселенная. Второе значение ⁇ это все жители Земли или все человечество. Это слово "космос" и третье значение этого слова — это множество безбожников, все люди, отделенные от Бога и находящиеся во вражде с Ним. Я беру это определение из греческого лексикона Тайера. То есть мы видим вот эти разные значения, они очень похожи, но как бы это перевод, это значение слова "космос". И вот когда мы смотрим на все эти формулировки, тогда мы приходим к этому тексту Писания, на который давал толкование Джон МакАртур. 1 Иоанна 2.2, где сказано ⁇ Он, то есть Христос ⁇ есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Иоанн говорит, что Христос ⁇ есть умилостивление. Умилостивление ⁇ это означает, ⁇ Он отдал себя в жертву, для того, чтобы эта жертва была принята Богом ⁇ чтобы было искупление рода человеческого. И мы видим, что Иоанн говорит здесь, Христос есть умилостивление за грехи наши, и в этой фразе наши он имеет в виду спасенных, он имеет в виду верующих, и дальше добавляет, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И вот когда Джон МакАртур дает толкование на этот текст, он говорит, что на самом деле Христос не умер за всех людей. На самом деле Христос умер только за людей, которые поверят, только за избранных, только за тех, кого Он однажды привлечет. Для того, чтобы нам проверить это и найти значение, что же имеет в виду Иоанн, когда он говорит за грехи не только наши, но и за грехи всего мира, правильный путь нам нужно посмотреть на все послание Иоанна. Правильное, чтобы найти значение слова, так что же имеет в виду Иоанн, когда он употребляет слово «мир», нам полезно просмотреть все это послание и встретить все эти слова «космос» или «мир», и попытаться увидеть, какое значение вкладывает Иоанн в это слово. Для того, чтобы это было не просто наше толкование «я думаю вот это» или «я думаю то», чтобы мы увидели, что же имеет в виду сам Иоанн, когда он употребляет слово «космос». И тогда мы смотрим на послание Иоанна, я выписал только некоторые стихи, не все стихи из этого послания, но это каждый раз, когда он употребляет слово «космос» или «мир». Вторая глава, 15 стих, он говорит «не любите мира», известный для нас стих. «Не того, что в мире, все, что в мире, это не от Отца, это похоть плоти, это гордость житейская». Мы видим значение мира, о котором он говорит здесь, это все, что не от Отца, это все, что в этом мире, это все, что греховное. Второй текст, третья глава, первый стих. Мир потому не знает нас, что не познал его. И мы начинаем видеть в этом тексте, что речь идет уже не просто о Вселенной, как о чем-то неодушевленном или сотворенном, просто как о каком-то материальном мире. Мир, сказано, не знает нас, потому что не познал его. Речь идет о людях. Люди, которые живут в этом мире, они не воспринимают верующих. Они не знают нас, как говорит Иоанн. Почему? Потому что они Бога не познали. Это слово здесь не может употреблено как вселенной, как космосу, как э, к атмосфере или к тому, что над атмосферой. Это те, кто познают или не познают Бога. Речь идет о людях. Дальше мы смотрим, это же глава 13, 3, 13 стих. Не удивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. О чем говорит Иоанн? Он говорит о людях, которые живут которые проявляют какое-то отношение к христианам. Они ненавидят христиан. Они не желают иметь общение с христианами. И Иоанн говорит, не дивитесь этому, если мир, то есть люди в этом мире, грешники, которые не являются христианами, если они вас ненавидят. Мы смотрим с вами дальше. 4 глава 5 стих. Сказано, они от мира, потому и говорят по мирски, и мир слушает их. Речь всегда идет о людях в этом послании они говорят по-мирски, это мирские люди, они, они сами собой представляют этот мир. И написано, мир слушает их. 4 глава 14 стих. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру». Когда мы видим, о чем говорит Иоанн, он говорит о людях, которые отвергают Бога, когда он говорит о людях, которые ненавидят христиан, и вот здесь, в этой же четвертой главе, он говорит, отец послал сына быть спасителем этого мира. То есть людей, которые ненавидят христиан, которые говорят по-мирски, которые живут жизнью враждебной к Богу. И 5 глава, 19 стих. И он говорит, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Когда он говорит, весь мир лежит во зле, он не, не, имеет в виду планеты, которые где-то там за тысячи световых лет, или Вселенную, в нашем понимании слова «космос», он имеет в виду людей. Люди находятся в грехе. Люди – это то, что он имеет в виду под словом «мир». Мир лежит во зле, и поэтому, когда вот мы из всего послания Иоанна просматриваем, что же он имеет в виду под словом «мир», тогда для нас становится понятна эта фраза во второй главе. И мы начинаем замечать, это не так, как истолковывает Джон МакАртур, который пытается сказать, что да, здесь говорится о верующих, но когда сказано «за грехи всего мира», это не имеется в виду все люди. Это имеется в виду, что разные люди, евреи, язычники, может быть, еще, но не имеется в виду все люди, тем более не имеется в виду люди, которые отвергают Бога. Это только Христос умер только за тех, которые уверовали, только за тех, кого Он избрал, только за тех, кого Он привлек к себе. Но Иоанн имеет в виду другое, мы просмотрели все эти тексты, мы посмотрели на значение слова «мир», и мы видим, что Мысль Иоанна во второй главе, он говорит, Христос умер за наши грехи, то есть за верующих, за спасенных, за тех, кто пришли к Господу. И он добавляет, но «Ну, и за грехи всего мира, всех людей, безбожных людей, людей, которые отвергают его, людей, которые ненавидят христиан, людей, которые живут в этом мире и наслаждаются похотью плоти, очей, гордостью житейской, людей, которые лежат в грехе, как он говорит. И вот в этом как раз для нас и понимание, что Иоанн, как в этом тексте, как и во всех других текстах, и во всем Евангелии, он говорит, что Христос умер за весь мир, то есть за всех людей. Я думаю, неужели Джон МакАртур не видит этого? Потому что в следующем тексте, посмотрите, 2 Тимофея, 2 глава, 3 и 4 стихи, сказано, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Что хорошо? Он говорит о том, что мы должны совершать молитвы. Молитвы за всех людей, за всех человеков, за начальств, за царей. И он говорит, это хорошо, когда мы молимся за людей неверующих, за царей, за всех правителей. Это хорошо и угодно Спасителю нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вопрос, который мы ставим вот в этом разделе, всем ли доступно спасение? За всех ли умер Христос? за всех ли совершено было искупление. И мы видим, что Павел в послании Тимофею, он говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди достигли познания истины. И опять же, я нахожу противоречие, когда Джон МакАртур дает свое толкование на этот текст Писания. В своем толковании на 1 Тимофея Джон МакАртур говорит так. Бог искренне хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Хорошая фраза, правильная фраза. Посмотрите дальше. Однако, по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, он предпочел только избранных от мира и прошел мимо остальных, предоставив их страшным последствиям греха. Вина за их осуждение полностью лежит на них и за их греха и отвержение Бога, и нельзя винить за это Бога. И вот здесь мы замечаем очень опасный ход, которым двигаются многие кальвинисты, когда они видят реально, что стих говорит о чем-то, что не согласуется с их пониманием, тогда они предпринимают вот такой шаг. Бог искренне хочет, чтобы все люди спаслись. Однако. И переходят вот то, что они называют предвечное определение. А эта фраза, она взята из послания Ефесиным. И там сказано, что Павел говорит, я открываю вам тайну, тайну домостроительства. Это тайна в том, чтобы евреи, язычники, они вместе составляли церковь, и в этом было Божье определение. Апостол Павел в этой фразе, которую он употребляет здесь, о этом предвечном определении, он имеет в виду, чтобы церковь была создана из евреев и язычников. Он не имеет в виду, что в этом предвечном определении Бог не хочет, чтобы все спаслись. Но часто кальвинисты идут таким путем. Они говорят, да, Здесь написано, что Бог хочет. Однако есть вечное определение, о котором никто не знает, в том числе и сами кальвинисты. Какое-то вечное определение, которое когда-то где-то было сказано, Бог вроде бы запланировал. И почему-то кальвинисты это знают, что это было за определение. И они часто ссылаются на это предвечное определение, для того, чтобы сказать, ну в этом стихе так написано, но если мы учитываем это вечное определение, тогда мы можем полностью исказить смысл этого стиха и сказать совершенно обратное. И в этом большая опасность толкования Писания. И мы смотрим с вами на продолжение этого текста, где сказано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Посмотрите, как продолжает Павел. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Эта фраза она дополнительно показывает, Бог не только хочет спасения всем, Он послал посредника Иисуса Христа, который предал себя для искупления всех. И опять же, мы могли бы рассмотреть с вами вот это слово «всех», Потому что именно его кальвинисты истолковывают и начинают говорить, когда Павел говорит слово «всех», он не имеет в виду «всех». И они опять делают шаг такой, он имеет в виду и язычников, и иудеев, и царей, и бедных, и богатых, и инвалидов, и здоровых. Ну вот в этом смысле. Но мы не можем так толковать Писание. Мы должны посмотреть, а что же тогда Павел подразумевает под словом всех. И мы увидим, что все это значит все. Это люди. Это все люди, которые находятся в этом мире. И тогда мы видим, Писание говорит, Бог действительно хочет, чтобы все люди спаслись. И Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, который совершил искупление, Он предал себя для искупления всех людей, для того, чтобы каждый человек имел возможность для получения спасения. Мы с вами идем дальше по нашему вероучению. И посмотрите, следующая фраза, которая находится в нашем вероучении. Здесь так написано: Господь предузнал тех, кто ответит на призыв о спасении, избрал их во Христе Иисусе и предопределил быть подобными образу Христа. Когда мы подходим вот к этому а, фразе предопределения, здесь так много со, со, самых различных толкований. Неверных. Объяснений, что такое предопределение, каким образом это совершается. Я хочу тоже несколько цитат вам показать. Жан Кальвин, один из представителей вот этого направления, которое по его имени стало называться кальвинизм. Посмотрите, что говорит он. Как случилось, что падение Адама безвозвратно увлекло за собой в погибель столько людей вместе с их детьми, если бы это не было угодно Богу? Я признаю, что мы должны ужасаться Божьему решению, но все же нельзя отрицать, что Бог прежде создания человека предвидел, к какому концу тот с неизбежностью придет. Бог предвидел это, потому что так постановил в своем плане. Посмотрите, что заявляет Джон Кальвин. Он говорит: Бог постановил в своем плане, чтобы в конечном итоге некоторые люди вместе с их детьми пошли в погибель. Этим самым отвергаются все эти тексты, о которых мы говорили. Они истолковываются в своем понимании. Посмотрите, дальше я хочу некоторые фразы дать. Артур Пинг тоже один из представителей кальвинизма: Бог предопределяет неизбранных погибели. Для чего Он это сделал? Чтобы провозгласить свою славу. Они говорят, что есть Божье решение, что из всего мира Он предопределяет некоторых людей, которые обязательно погибнут. И Он делает это для своей славы. Еще одна фраза, которую я беру из Джана Кальвина. Утверждение, что Бог лишь попустил, но не повелел, чтобы человек погиб, неправдоподобно, как будто он не определил, в каком состоянии он хотел видеть свое высшее создание. Первый человек пал, потому что Бог постановил это необходимым. Но почему он так постановил, об этом мы не знаем. Кальвинист говорят, что причина, почему Адам согрешил, только в одном. Бог так решил. Бог определил и Бог постановил, чтобы первый человек, Адам, совершил грех. И это очень страшное определение, потому что следующий шаг, который нужно сделать после этого слова, что причина всякого греха в этом мире, первого греха и любого последующего греха, причина в Боге. И за грех виновен не человек, а за грех виновен Бог. И тогда единственным. И самым страшным грешником во всей Вселенной становится Бог. И это богохульство. И это страшная фраза. И поэтому, когда мы смотрим на все эти моменты, мы видим, каким, каким выводом мы можем прийти, если мы неверно истолковываем Писание в отношении вопроса, кому возможно спасение. И мы смотрим сейчас вот на все эти вопросы, так как же Бог планирует спасение? Как, как же происходит это предопределение? Посмотрите, читаю цитату Лорена Ботнера, это один из представителей реформаторского направления в его книге «Реформаторская доктрина предопределения». Трудно понять, что многие, находящиеся вокруг нас, в некоторых случаях наши друзья или родственники, возможно, предопределены к вечному наказанию. Так они верят. Посмотрите на ваших детей, посмотрите на ваших родственников. Возможно, кто-то из них предопределен к каду. И Бог предопределил, чтобы они были в вечном наказании, в вечном огне, потому что Бог принял такое решение. Наконец, последняя цитата, которую хочу прочитать, Джон Пайпер, которую многие читают. Он говорит так, как предопределение людей в Ад прославляет Бога. Его благодать и милость сияет более ярко на фоне греха и суда и гнева над погибшими. То, что Бог определяет людей в Ад, и то, что они пойдут туда по Божьему решению, это прославляет Бога, потому что в этом, на фоне этого сияет его милость в суде и гневе над погибшими. Еще одна цитата, которую я взял из книги ⁇ Практический кальвинизм ⁇ Такая фраза ⁇ Бог до основания мира ⁇ определил судьбу всех сотворенных людей. Он сделал это для удовлетворения своей воли. Бог не изменит это определение, а люди не могут воспротивиться Ему. Оно заключается в том, что часть человечества будет спасена от греха и ада, а остальная часть, не имея надежды и помощи, будет осуждена на вечную погибель. Бог определил, что никто из этих людей не будет иметь благодати, способной уберечь их от вечного огня, потому что он пожелал этого, чтобы продемонстрировать всей земле свою славную власть и полновластное правление. Так кальвинизм представляет Бога. Так в понимании кальвинизма определяется вопрос спасения, что Бог выбрал тех людей, которые будут спасены, и Бог выбрал тех людей, которые пойдут в ад и будут наказаны. На основании чего этого делается? Некоторые тексты, которые в Священном Писании находятся, неверно истолковываются. Вопрос всегда в толковании Писания. Я хочу, чтобы мы посмотрели вот на эти некоторые тексты, чтобы увидеть, так о чем же там говорится. Четвертый стих послания Иуды. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». На основании этого текста они говорят, посмотрите, «издревле люди предназначены к осуждению». Значит, Бог издревле выбрал тех людей, которые пойдут в ад – но когда мы смотрим на этот текст, мы можем увидеть, так в чем же причина осуждения этих людей? Почему эти люди издревле были предназначены к осуждению? Потому что в этом тексте Иуда говорит, Бог предопределил их к этому. Причина для нас важна. Она в Боге или она в человеке? И мы смотрим на этот текст и находим эту причину. Эти люди предназначены к осуждению. Почему? они обращают благодать Бога в повод к распутству. Они отвергаются единого владыки Бога и Спасителя нашего. Причина в людях. Не потому, что Бог предопределил, потому что эти люди отвергают Божью благодать, потому что эти люди изменяют, обращают благодать Божию и живут греховной жизнью. Причина в людях, в их отношении – и Бог, предвидя их отношения, мы видим, что, зная, как мы говорим, в своем предведении, Он видит их реакцию. Другой текст, который мы находим, 1 Петра, 2 глава. Итак, Он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя славу, на что они и оставлены. И мы видим это, эту фразу, на что они и оставлены. И они говорят, посмотрите, Бог оставил их, значит Бог предопределил их погибели. И это опять неверное толкование. Мы задаем вопрос, в чем причина, что они оставлены. И когда мы смотрим на этот текст, мы видим, что причина, почему Бог оставляет этих людей, не в том, что Бог кого-то предопределил, а кого-то не предопределил. А сказано, что они притыкаются, не, притыкаются, не покоряя Слову. Они слышат слово Евангелия, они слышат слово проповеди, они не покоряются, они не принимают Евангелие. В этом причина. И опять же мы видим, причина не в Боге, не в Его предопределении людей к погибели, причина в людях, которые не покоряются Евангелию. Римлянам 9 глава, мы читаем, «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не отдел, но от призывающего сказано было ей, больше будет порабощение у меньшего. Смотрят на этот текст некоторые толкователи, они говорят, посмотрите, люди еще не родились. Речь идет об Иакове и об Исаве. Они еще не сделали ни доброго, ни худого. Божье изволение в избрании происходит. Бог избирает одного к спасению, одного к погибели. Вот оно и Божье предопределение. И опять же неверное толкование. Потому что, когда мы смотрим на 9 главу, и мы видим, что здесь идет действительно речь об избрании, об избрании Исаава и Иакова, но речь идет не о том, что Бог определил кого-то к спасению, а кого-то к погибели. Речь идет о том, что Бог определяет последующую жизнь. Когда два близнеца были в утробе матери – Богу нужно было избрать одного из них, потому что через него пойдет линия Иисуса Христа, через Иакова пошла линия спасения, а через Исава эта линия не пошла. То есть избрание, о котором говорит апостол Павел в 9 главе, оно указывает на служение, на жизнь, на то, что должен совершить человек в жизни, не касается вопроса спасения. Итак, когда мы смотрим на все эти моменты, мы можем сказать, что... Касаясь вот всех этих пониманий кальвинизма, мы можем сказать, что Бог предопределил лишь участь неверующих к осуждению, а не самих неверных людей, ставя свое решение в зависимость от выбора людей. Да, Бог предопределяет, что человек, который отвергнет его, он пойдет в погибель. Это участь человека. Но Бог не предопределяет самого человека – Бог дает возможность выбора человека, и человек определяет свою участь, когда в Божьем Слове сказано: если ты будешь веровать, что с тобой произойдет, и если ты будешь не веровать, что с тобой произойдет. Таким образом, мы можем сказать, что в Библии нет учения определении людей к погибли. Что же говорит Библия? Суверенная воля Бога, она подчинена Его собственной природе. И мы знаем, что Бог открывается нам в Библии как премудрый, справедливый, святой, как любящий Бог. Вот в этом нам показан, кто есть Бог. Очень часто, когда мы ставим суверенную волю Бога над Его природой, тогда мы видим, что Бог из святого, справедливого, святого, любящего, Он превращается не в Бога, Он превращается в того, кто является причиной греха, и в этом большая опасность, когда мы искажаем Священное Писание. Давайте мы посмотрим дальше на вопросы предопределения. Мы можем сказать, что Бог не может не создавать, не умышленно планировать зло, потому что в основе предопределения находится его предузнание грехопадения и преступления людей, а также веры тех, кто в будущем откликнется на призыв спасения. Бог от вечности знает то решение, которое примет человек – и на основании этого решения мы видим, что Бог делает свое определение. Мы смотрим с вами дальше, и мы можем сказать, что предведением или предузнанием Бог знает наш будущий моральный выбор, однако Он не определяет его. Да, Бог все знает. Бог знает, кто получит спасение, Бог знает, кто погибнет, Бог знает, потому что Он всемогущий. Но это вовсе не означает, что Бог определяет или заставляет или каким-то образом влияет на то, что человек пойдет в погибель или пойдет в озеро Огненное. Мы читаем с вами о предопределении, в 8 главе Римлянам сказано, «При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Мы видим в вопросе предопределения, Божие предопределение в этом тексте, не в вопросе спасения, но для того, чтобы те, кто получили спасение, кого предузнал Бог, написано, чтобы они стали подобными образу Сына Его, чтобы всякий верующий, Он возрастал в познании Господа и в преображении в образ Иисуса Христа. И таким образом мы можем сказать, что когда мы размышляем о воле Божьей, воля Божья подразделяется на две, на два понимания. Есть директивная, и есть допускающая воля Божья. То есть есть воля Божья, когда Бог принимает решения и действует, а есть воля Божья, когда Бог допускает, чтобы что-то произошло. И поэтому, когда мы размышляем вот об этих моментах, мы можем сказать, что такое безусловное предопределение? Это предопределение, которое Бог, несмотря на условия, Он все равно действует. Бог определил, что мир будет существовать, и люди будут на нем существовать. Бог определил источник, способ и условия спасения. Бог определил, что Христос должен стать спасителем, что без Христа нет спасения, что только тот, кто уверует в Иисуса Христа, будет спасен. Это все безусловные предопределения – но с другой стороны, мы видим, что есть моменты условного предопределения. Как спасение применяется конкретным людям? Как конкретный человек получит спасение? Вот здесь вот Бог ставит условия. И мы коснемся позже, что условия спасения человека – это его вера. Человек должен уверовать, и это становится условием спасения, как мы это и прочитали в нашей первой формулировке в отношении спасения. Поэтому, когда мы смотрим вот на все эти моменты в вопросе предопределения, в вопросе спасения, мы видим, что здесь много есть опасных моментов. Посмотрите, я привожу к примеру две фразы, когда люди искажают вопросы свободного выбора. Жан-Поль Сартер, он сказал так: если Бог существует, тогда все предопределено, и я не свободен. Я свободен, поэтому Бог не существует. Возьми, какой Он делает выбор. Какую, какое заключение он делает? Что если Бог существует, все должно быть предопределено. То есть и я должен быть не свободен. Но если я свободен, значит Бога нет. С другой стороны, Джонатан Эдвардс делает обратный выбор и обратное заключение. Если у каждого события есть причина, значит есть причина и свободных выборов, которые делают люди. Бог есть первопричина всего, поэтому Бог должен быть причиной наших свободных выборов. Тоже очень опасная фраза. Потому что если Бог причина моего свободного выбора, и если я выбираю грешить, значит Бог причина моего греха. И поэтому вот в этих формулировках мы видим, что сартер, он использовал свободу, чтобы устранить Бога. С другой стороны, Эдвардс, он использовал Бога, чтобы убрать свободу. Но когда мы смотрим на Писание, мы видим, что Писание одновременно говорит о том, что Бог создал человека свободным, и человек может делать выбор. Это условие для того, чтобы человек принял спасение. Но с другой стороны, и Бог суверенен. Мы читаем в 134-м псалме. Господь творит все, что хочет на небесах, и на земле, и на морях, и в беднах. Но сам Христос говорит, обращаясь к людям, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Мы видим, здесь открывается решение человека. Бог хотел этого, Христос хотел этого, Он хотел собрать людей, вы не захотели. Это ваше решение, это неверное решение, это греховное решение. И причина не в предопределении не в Божьем желании, не в Божьем решении. вас причина, в вашем выборе. Таким образом, мы видим, что Священное Писание оно показывает, что человек сотворен свободным. Именно по причине свободного творения человека, свободной воли человека, грех произошел. Не потому, что Бог предопределил и был причиной греха. Человек принимает свое решение. Но, с другой стороны, Бог совершает свое действие и в результате этого мы видим, что появляется возможность спасения. Мы остановимся здесь, мы коснемся в следующий раз, каким образом это относится к нашему искуплению, каким образом то, как Бог планирует спасение, мы сегодня касались именно этого, как Бог планирует спасение, как оно переходит в вопрос, как Бог осуществляет спасение, каким образом искупление произошло, каким образом Христос умер, как мы сегодня увидели, за весь мир. Каким образом Христос на себя взял грехи всего человечества? Мы сейчас помолимся, братья и сестры, и я предлагаю, чтобы мы возблагодарили Бога за то, что в Его плане Он послал Сына Своего, и спасение стало доступным. Христос умер за грехи всего человечества, и поэтому сегодня есть возможность для любого человека, услышав эту весть Евангелия, принять его верою, пойти на зов Господа, и получить спасение в Иисусе Христе. Аминь. Помолимся.